Здравствуйте! В эфире программа «Новости» на телеканале Обнинск ТВ. Расскажем о событиях нашего города и региона. В студии Дарья Человекова. И Георгий Розываев. Сегодня в выпуске. Самоизоляция для пожилых отменяется. Вышло постановление правительства Калужской области. Образование в новых условиях. В Обнинске состоялся областной педагогический форум. Благоустройство в каждый двор. ТОСы планируют. Наши золотые марши. Итог 4-го этапа чемпионата России. В Калужской области отменили режим самоизоляции для людей возрастом 65 лет и старше, а также жителей, имеющих хронические заболевания. Указанным гражданам разрешены выход на улицу, посещение магазинов и поездки на общественном транспорте. Сняты ограничения на плановые визиты к врачам. Постановление правительства Калужской области 25 августа подписал глава региона Владислав Шапша. Напомним, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет был введен в регионе с 27 марта. На территории области продолжает действовать режим повышенной готовности и масочный режим. Ранее он был продлен до 31 августа. Сегодня на базе школы номер 17 состоялся областной педагогический форум. Обсудили на мероприятии итоги прошедшего учебного года. Особого внимания удостоена четвертая четверть, которую школьники Калужского региона провели в дистанционном режиме. Но у нас есть традиция, что мы проводим с некоторых пор августовские совещания работников образования в новых школах. В прошлом году мы открыли две школы, и Обнинскую школу мы не успели охватить. Это уникальные, замечательные школы. Мы бы хотели здесь не только провести это наше мероприятие, которое дает старт новому учебному году, но и у нас еще цель есть, чтобы показать эту школу учителям, администраторам. На областном форуме подвели итоги образовательного процесса в минувшем учебном году. Актуальной темой для участников мероприятия стала злополучная четвертая четверть. Дистант в марте стал вынужденной мерой реагирования в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Дистанционное образование было вынужденным, безусловно, поэтому, соответственно, мы не готовились к нему. Но сейчас мы извлекаем уроки из этого периода. И самое главное, что нужно сказать, что весь образовательный процесс нельзя переводить в дистанционное образование. Поэтому мы, конечно, отказываться от этого опыта не будем, и отдельные курсы, предметы будем использовать в дистанте, но тотального перехода на дистанционное обучение не будет. Участникам форума провели экскурсию по общеобразовательному учреждению Обнинска, оснащенному по последнему слову техники. Место уникальное. Кроме того, во дворе школы расположилась и интересная новинка для Калужского региона – мобильный кванториум. У нас в области работает кванториум в городе Калуге. Сейчас в сентябре он откроется в Обнинске, такой же кванториум. И мы еще купили мобильный кванториум. Это такой автомобильчик, оборудованный по современному слову техники. Он будет разъезжать по нашим районам, по школам и работать с детьми. У автомобиля также будет и прицеп-вагончик, в котором расположится хай-тек-цех. В педагогическом форуме принял участие и исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша. Те нервы, эмоции при переходе на дистанционное обучение, которые пришлось пережить, те затраты интеллектуальные и моральные, их, конечно, сложно посчитать. И родители нам подсыпали перца в этот период, не смогли сдержаться, там начали изо всех доступных источников информационных по нам нас критиковали. Но родителей понять можно, у них выхода другого нет. А нам пришлось очень непросто с вами. И я вам хочу сказать спасибо за ваш труд. Участники форума обсудили результаты и проблемные вопросы дистанционного обучения, на которые образовательные организации вынуждены были перейти в период пандемии. В частности, речь шла о методических приемах организации данной работы, особенностях преподавания творческих дисциплин, перспективах цифровизации образования в целом. Кристина Забошко, Максим Сичко, Обнинск ТВ. На
На прошлой неделе прошла встреча, исполняющая обязанности главы администрации с председателями территориальных общественных самоуправлений. Программа благоустройства ТОС довольно неплохо себя показывает, и средства, выделяемые на нее, это более 20 миллионов рублей, используются, чтобы приводить в порядок дворы. В основном проводится мелкий ремонт. Появляются парковочные карманы, закатываются в асфальт дорожки, что стоят неотремонтированными с советских времен, монтируются опоры освещения и так далее. Тем не менее, все эти мелочи – то, что делает город комфортным для проживания. С Кариной Башкатовой на встрече обсудили и другие вопросы благоустройства не по деньгам общественных самоуправлений. Если брать каждый ТОС в отдельности, то сумма уже не так велика – 2 миллиона рублей. В старом городе думать, что ремонтировать не приходится, на каждом шагу найдется. В 2020-м заасфальтировали несколько проездов между домами, где асфальт был порядком разбит. И автомобилистам приятного мало, и пешеходам. В этих дворах редко идет разделение на тротуар и проезжую часть. Обновился участок возле Горького 6. Проезд между домами Ленина 14 и 16 к тому же еще и был расширен. Новый асфальт появился рядом с 28-м домом и возле 5-й школы. Есть планы и на следующий год. Займутся тротуарами. Тротуар вот по улице Мигунова, да, который ведет непосредственно к школе номер один, вот почетной стороне Мигунова, ведет к школе номер один и ведет к поликлинике номер два. Этот, я не знаю, когда он ремонтировался, этот тротуар, но туда ходят очень много людей. Люди идут между домами 18 и 20. Там совершенно разрушен тротуарчик. Зимой там ходить страшно, страшновато. Вот. Так что он небольшой. Я думаю, что он даже и по деньгам-то не очень большой, но его необходимо отремонтировать. По словам председателя ТОС, на встрече был дан совет планировать немного больше, на случай, если на торгах будет экономия. Непростые обстоятельства 2020-го не помешали завершить почти все, что общественники задумали. Да, работы кое-где еще идут. ТОС Центральный, как и планировал, занялся ремонтом возле лайнера на Курчатова 15. К середине сентября планируют провести приемку. Ради нее мы поучаствовали в лучшей городской практике, получили грант и софинансировали обширные работы. То есть у нас здесь и дорожки пешеходные, и парковка, расширение зоны дорожного движения. Вложили более 2 миллионов рублей. Это средства ТОС плюс грант. Из планов на ближайшее будущее провести аналогичное благоустройство возле соседней девятиэтажки. Не оставляют надежду добраться и до двора по улице Красных Зорь, 29. В 2000-х годах был сделан ремонт, но заужено дорожное полотно. Нет ни парковок, ни пешеходной зоны. Поэтому будет еще решить вопрос, как и что делать. У нас здесь есть лесок, который тоже можно облагородить, но пока не хватает финансов. И из 6 микрорайонов у нас везде есть та зона, которая могла бы быть общей городской. Будут участвовать в конкурсах, говорит Татьяна Шевцова, чтобы выиграть дополнительные средства и присовокупить их к выделяемым из городской казны деньгам. Определиться с желаниями на 2021 ТОСы Обнинска должны уже к середине сентября. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. 75 лет атомной промышленности. Сегодня мы расскажем о строительстве атомной станции. Курская АЭС-2 на ближайшее десятилетие станет флагманом атомной энергетики не только России, но и мира. Генеральный подрядчик работ – инжиниринговая компания АСЭ. Главная строительная площадка «Росатома» находится сейчас в Курской области. Здесь, рядом с городом Курчатов, строится уникальная атомная электростанция «Курская АЭС-2». Уникальной ее делает то, что сооружается она по принципиально новому проекту ВВР ТОИ. Это кардинально новое решение по компоновке, по внутрикомпоновочным вопросам, по корпусу реактора, более энергоустойчив, снижена подверженность нейтронному излучению по сварным соединениям. Новая компоновка, собственно, реактор, парогенераторы, ловушка расплава – это та цена безопасности, которая может быть достигнута только в передовых странах. Собрав в себе все лучшие наработки российских проектировщиков в области безопасности и производительности АЭС, ВВР ТОИ позволяет строить современные типовые станции, проектируя их не с нуля, а имея уже более чем наполовину готовый проект. Это позволит «Росатому» строить атомные станции еще быстрее и дешевле. Мы не стоим на месте. Фабрикация топлива для этих установок, новое топливо, новое оборудование, новый измененный корпус реактора, компоновка другая. Система безопасности, она показывает преимущество цена-качество для массового производства за рубежом в том числе. Это показывает, что мы идем опять на кооперацию, где показываем наши достижения и зовем вперед, и это получается.
то, что проект соответствует высочайшим требованиям, предъявляемым КС, подтвердил факт получения его разработчиками сертификата соответствия требованиям европейских эксплуатирующих организаций, вручаемого Организацией европейских энергопроизводителей, что подтверждает его способность быть представленным также в Европе, где требования к безопасности АЭС самые высокие. Первые два блока действующей Курской АЭС отработали уже более 40 лет и должны быть выведены из эксплуатации в ближайшие годы. Строящиеся станции замещения после ввода в строй позволят потребителям электроэнергии Центрального федерального округа, среди которых, например, крупнейший в стране сталелитейный комбинат, продолжать ритмично работать, не испытывая энергодефицита. О событиях, вошедших в хронику происшествий последних дней, в сюжете, подготовленном журналистами программы «Экстренный выезд». В Обнинске происходят массовые кражи двухколесного транспорта. Так, утром 25 августа в полицию обратился местный житель, который проживает в одном из домов на проспекте Ленина. По словам потерпевшего, его велосипед стоял на площадке 8 этажа и был прикреплен тросовым замком к трубе. Мужчина показал полицейским фото транспорта, который он приобрел весной этого года за 7000 рублей. Буквально через полчаса в дежурную часть Наукограда поступило аналогичное сообщение с проспектом Маркса. Еще один житель Обнинска лишился велосипеда. На этот раз злоумышленника зафиксировала камера внутреннего наблюдения. Молодой человек с рюкзаком долго озирается по сторонам, потом решается и, прихватив с собой чужое имущество, быстро уходит. Сотрудники полиции приехали на место происшествия по указанному адресу, но почему-то самого потерпевшего не оказалось дома. На телефонные звонки тоже никто не отвечал. Видимо, велосипед и время, которое потратили стражи порядка, не так уж и важны заявителю. 26 августа в 9 часов утра на 99-м километре Киевского шоссе в сторону Москвы произошла серьезная авария. Мужчина за рулем легковушки марки «Део» не успел среагировать перед остановившейся «Газелью». И на полном ходу машина протаранила металлическую платформу эвакуатора. Всем участникам аварии крупно повезло. После такого удара никто не пострадал. В 11:30 небольшое ДТП произошло по адресу проспект Маркса, 114. На выезде с территории торгового центра столкнулись два автомобиля одинаковой марки. Водитель серого Volkswagen Polo остановился перед выездом на главную дорогу, чтобы пропустить поток транспорта. И в этот момент произошел удар сзади от хэтчбека белого цвета. Дарья Человекова, Алексей Гавшин, телекомпания «Обнинск ТВ». В минувшее воскресенье в Обнинске прошли заключительные игры 4-го этапа чемпионата России по пляжному волейболу. Победу в состязаниях одержали следующие пары – Вячеслав Красильников и Олег Стояновский из Новоуренгойского клуба «Факел». Среди женщин победительницами турнира стали Мария Бочарова и Мария Воронина из волейбольного клуба «Обнинск». Всего команд у нас было 33 мужских пары, заявилось 24 женских. Мы начали играть квалификационный этап турнира в четверг. Вот, в пятницу уже начался групповой этап основной сетки соревнований. Вчера мы играли плей-офф, и сегодня у нас остались только финальные матчи за третье и за первое место. Турнир, проходивший в Первом Наукограде на базе спортивной школы Олимпийского резерва по волейболу имени Александра Савина, был приурочен к значимому событию. 40 лет назад сборная команды Союза Советских Социалистических Республик одержала победу на 22-х летних Олимпийских играх, проходивших в Москве. Как рассказывает директор чемпионата, на этих соревнованиях волейбольный клуб «Обнинск» продемонстрировал хорошие результаты. Алексей Архипов и Дмитрий Веретюк остановились в шаге от бронзовых медалей. Ну, наш клуб смотрится очень достойно. К сожалению, у нас не получилось у мужской пары завоевать серебряные бронзовые медали. Но они очень старались, показали хорошую игру. Молодая наша пара Веретюк Архипов. Представительницы женской части клуба сейчас будут разыгрывать между собой золотые медали. Так что я считаю, это очень достойный результат. Один из участников чемпионата – Артем Дерзуткин. Он занял 5-е место в турнире. Последнюю игру в соревнованиях он и его партнер сыграли с чемпионами мира – Вячеславом Красильниковым и Олегом Стояновским. Не хватило. Ну, не знаю, может быть, данных не хватило. Не, ну там парни уже как бы такие серьезные, они, ну, чемпионы мира.
блокирующий высокий, там 2.10 ростом, как бы. А мы, у нас получилось, что у нас два защитника, как бы. Но все равно сыграли достойно, я думаю. Итог четвертого этапа чемпионата России по пляжному волейболу оказался без сенсаций. Победили действующие чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. Среди женских пар золото взяли лидеры национального рейтинга Мария Бочарова и Мария Воронина. Кристина Забошко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. На сегодня это все. Вы можете ознакомиться с новостями в группе Обнинск онлайн, в Facebook, ВКонтакте и на страничке в Instagram, а также на нашем YouTube-канале. О происходящем в Наукограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы «Новости», которая выходит по будням в 19 часов. До встречи. До свидания.